Чаус, ребятус. Как ни странно, вы можете заметить, что мой герой одет. Ну что ж, надо это исправить. Так. Я не знаю, на какой хате он сейчас находится. Чтобы использовать предметы, Вэй должен снять с себя одежду. Ну да. Ну давай уже снимай. Ноги. Обувь нам тоже не нужна. Все. Босяк. Наш герой босяк снова в деле. Привет. Геймфак. Давненько тебя не было. Точнее, меня, наверное, давненько не было. Как жизнь? Хотя я забыл, что это твой канал Банамба Банамба тоже. Данзан, привет. Так, игра наконец-то, я надеюсь, что игра наконец-то подходит к концу, потому что мне, если честно, уже поднадоело немножечко в нее играть. Хоть она и замечательная игра, но немножечко уже поднадоело. Да вроде пойдет. Потихонечку. Так, верните нефритовую статуэтку, так у нас погребенный заживо. Попробуем эту миссию. Все путем. Слегка живем. Не ты? Ну ладно. Это, ну да, типа GTA про то же. Но тут в этой игре эта игра сделана как-то более серьезно, чисто по-японски, что ли, или по-китайски. Ну, дело происходит вроде как в Китае. Тут вот эти вот все кланы, банды и головорезство тут такое нормальное. Тут нет каких-то соплей там, приколов, шуток. Такие жесткие шутки, там, типа, я твою сестру удрал там. Твоя мамка там рот у меня брала. И, короче, головорезы друг друга мочат конкретно. Топорами и всем, чем придется. Ну и прикольная файтинговая система тут. Ну и прикольно то, что можно как бы... здесь такие геймплейные моменты, которых нету, допустим, в других никаких таких подобных играх. Как, допустим, вот этот. Типа с тачки на тачку перепрыгнуть, с мотоцикла в тачку прыгнуть. Очень забавная игра. Но, к сожалению, как и все такие интересные игрульки, она не переведена на русский язык. И это печально. Я что-то как-то не туда поехал. Мне, наверное, обратно на автостраду сейчас загонят. Или нет? Типа того... Что-то в этом духе. Ну как гопников? Тут, типа за власть, за все такое. Главный герой здесь как бы не слюнтяй, это уже хорошо. Потому что сейчас в современных играх редко герои попадаются брутальные и крутые. Тут такой матерый чувачок, который работает на два фронта, можно сказать. Я говорю, в последних играх из всех героев, которые мне, можно сказать, так понравились. Такие настоящие мужики, типа. Это, наверное, был ведьмак Геральт из Ривии. И вот, наверное, вот этот вот. Остальные все какие-то слюнтяи сейчас в играх. Вот, не осталось в играх нормальных мужиков. Не, хотя еще этот, Кратос еще вполне неплох. Но он совсем поехавший чувак. Уничтожитель этих демонов всяких, там, богов. Интересно посмотреть на Кратоса будет вот в последней части. Так.
Куда-то я приехал. Разойдись, народ. Так, кого-то здесь, наверное, похоронить заживо, значит, надо, да, если миссия у нас так называется. Ага. Так, ну что ж, попробуем быстро его прочитать. У тебя хорошее самообладание после того дерьма, что... Пендрю знает, что я здесь. Доволен, я нарушаю все возможные инструкции. Слушай, я не хотел, чтобы эта работа досталась тебе. Из-за того, что синий глаз сделал с твоей сестрой, но ты справился лучше, чем можно было ожидать. Могу лишь представить, как тебе... Прекрати это. Ты перешел дорогу, Пендрю Вайн. Он следил, что твой последний шанс. Что он собирается сделать? Арестовать меня? Назвать продажным полицейским? Слушай, я хочу, чтобы сказать всю правду. Он собирается спалить меня. Я не знаю, что он будет делать, теперь уже не знаю. Увы, и пойдем со мной, ты хороший человек. Мы все исправим, уладим вопрос. Пендрю, я... Ну, я не знаю, как предыдущие части. Предыдущие части я что-то не стал дальше играть. А вот последняя, третья вроде как, зашла очень даже ничего. Я сам не люблю игры в таком стиле, но вот как бы сама история, и реально интересно в нее играть. Я поначалу хотел плюнуть и думал, что это за говнище, а не игра. Но потом, поиграв часика 2-3, я втянулся и прошел ее всю. Прямо без остановки. Она мне очень понравилась. Мне даже прям не хочется ее вновь включать. Ну, там дополнения какие-то есть, типа кровь вино, там каменные сердца и все в этом духе. Я не знаю, вот этот Ведьмак, это чисто вот для людей, можно сказать, в возрасте. Типа как я. Я не знаю, как молодежи игра заходит, но взрослому поколению это одна из лучших игр. Надо посмотреть, что это такое. Самому играть, если честно, неохота, но вот... Мне кажется, с бабами игра круче, чем с Натаном Дрейком. Натан Дрейк совсем какой-то туповатый паренек. Как главный герой, Натан Дрейк мне вообще не нравится. А вот эти две девки самые такие крутые, наверное, выбрали их из всей серии. Это эпопеи. Так. Парень в труселях. Сейчас. Ну-ка, постой. Обыщи-ка его. Чувак, как ты собрался обыскивать? Я в одних трусах. Нормально, он чист. Где Джеки? Иди он там. Где там-то? Так. Что-то я не понял, куда они меня послали-то. Хоть показали этот. Дорогу. Так, кто-то на меня напал. Где Джеки? Ты видишь, ты видишь, что и ты. Че, в царь горы, что ли, сыграем? Давай. Так, что надо сделать-то? Я что-то не почитал. Ну-ка.
Прикольно здесь их все-таки мочить, но хоть. Ух ты, блин. Ну да. Черт. Это такой стиль летний. Давай. Все. Получили, засранцы. Так, теперь за этим чувачком, походу, бегать. Нет, еще проверял, еще не разбанили. Приходится на этом рубиться. Что там после апреля, май? Где-то в мае должны разбанить. Стоп! Где Джеки? Я не знаю, я не хочу знать, что с ним сделали. Что значит, ты не знаешь? Я должен был убить тебя. А кто знает? Главное, громила 18-ка, как мне добраться до него? Я не знаю. Я с ним как по телефону разговариваю. Скажи мне, я тебе, может быть, пущу. Я только что говорил с ним по телефону. Вот, получай. Так, вернитесь на улицу, чтобы сигнал стал сильнее. Так, он у него... Это да, это несомненно. Я и говорю, очень крутой чувак. Это тебе не Натан, не Натан Дрейк, который получает от девки по роже. С этим парнем шутки плохи. Но игра, видно, такая не детская сделана, явно. Кто подшёл тачку? На тебе для ускорения, не попал. Так. Нажмите А, чтобы начать. Ага, опять эта миссия. Я не с тобой разговаривал. Позови босса. Он мертв. Шень убил его. Что? Шень убил его. План не сработал. Что, какой план? Кто это? Я ничего не знаю. Ни про какой план. Морда, ты сказал позвонить вам, если мы где-то косячим. Какое тело? У меня для вас много что есть. Мистер Вай. Это вы убили его? Нет. Хватит тратить мое время. Мы убили его. Но что странно, до самой смерти он вопил, что выберется из могилы. Странно слышать такого человека, который вот-вот отдаст концы. Соединение потеряно. Так. Вы не смогли отследить звонок, ёпроса ты. Так, рестрим-чат перестал работать. Ладно, сейчас попробуем по новой. В этой игре очень странные миссии, которые сложно пройти по каким-либо причинам с первого раза.
Так, я снова включил чат. В этот раз это чё? Это чувак в красной куртке. Поджигатели. Я вас найду. Так, ну-ка. С тобой сигнал. Так. Horseface said if the job went bad, I should так. Find out what to do with the body. Which body? I have a lot here for you, Mr. Wayne, but I'm guessing you only care about one of them. So did you kill him or not? Quit wasting my time. We killed him. Funny thing, though, he went out swearing he was gonna reach out of the так. And tear your heart out. Funny thing for a guy to say as he's dying. Don't you think, Ziwa? Я понял, короче. Наконец-то. Тут эта миссия вроде встречается пару раз всего за игру. Тупая, где какого-то чувака надо искать. Сейчас найдем. Определим, вычислим этого засранца. Так, что-то в этот раз их двое. В 18 грамм. Да, в 18 году, в этом году, я думаю, выпустят ее где-то там, ну, осенью. Скорее всего, да, будет. Ну, я как бы и знал, что вроде, ну, как бы еще в 17-м я думал, что примерно так же было, как из... Как из 4-й было. Нет еще. Так, трассер... Надеюсь, вы не боитесь привидений. Так, ладненько. Паренек понял, в чем дело. Сразу Гарри дал, ну-ка. Так, из труселей вытащил свой шлемофон и погнали. Я пришел за тобой, вот черт. Не зря я взял байк. Так, надо было, наверное, тачку все-таки взять. Возьмем тачку. Кажись, туда. Так, подожди-ка. Ну ладно, на тачке они ничего не сделают. Так, возьмите телефон. Крепкий был паренек. Старый соленый краб. Позвонить.
need a boat and I need a gun. Can you meet me in Kennedy Town? And Salty, make it a big gun, okay? I don't want to fuck around. Так, вас ждет старый соленый краб в Кеннеди Тауне. Давай-ка наведаемся к нему. Так, чё с мотоциклом с этим странный? Странный какой-то байк. Чё-то какой-то неуправляемый. Ну чё ж, покрышки что ли пробиты? В общем, на таком я походу не ездил ещё. Ой, промахнулся. Так, стоять. Что-то слезть решил. Ага. Походу надо ехать на тот островок. Помощник нужен? Спасибо, соленый, но... Так, мне дали пушку. Оружие теперь у меня есть. Что-то странно как-то он улетел. Кажись, угомонились. Yes. Да, этот парень любит работать в одиночку. Опасный брутальный перец. Джеки, где же там он Джеки увидел? Джеки Чан. А. Нифига себе. Я думаю, теперь с тобой все в порядке, Вэй. Успокойся. Так, блин, опять рестрим, мне что-то тупит. Давай, брат, ты жив, я тебя вытащил. Фак, это не переводится как черт. Ну ладно. Спасибо, брат. Да я забыл, что миссия называется «Погребенный заживо». Ну что-то мне кажется, блин, как они тебя схватили. Весельчак Ли и его люди взяли меня на похоронах, а мне сдали 18к.
Ладно. Ну ясно, они же... Так я толком и не понял, короче, как он его нашел, почему он здесь его нашел. Ну, видимо, потому что я не читал все, что там пишут снизу. Все, я завязываю, хватит с меня. Я мечтал о том, чтобы быть Сонан, и ты сам знаешь, что... Так, все, приехали. Швартуй корыто. Чак Ли не планирует никаких сюрпризов, но не знаю, дружище, сегодня я почти сдался. По-настоящему, думаю, я пойду пройдусь. Нужно кое о чем подумать. Само собой, все в порядке. Завтра увидимся. Ладно, не делай глупостей. Так, ну что, доступен второй повтор заданий. Так, улучшайзеры какие-то появились. Ну-ка. Триады. Так. Улучшение оружия ближнего боя. Оружие ближнего боя наносит повышенный урон и имеет большую прочность. Несомненно, надо прокачать. Так, у меня куча еще всякой фигни. Потратить сопротивляемость оружия. Надо прокачать. Потратил очки. Так. И, короче, всяких куча ударов, которые нужно поменять на статуэтки. Статуэтки у меня есть, но ехать туда неохота. Остаться в живых, ложитесь спать. Давайте к нефритовым статуэткам все-таки съездим и выучим еще парочку новых приемчиков. Так. Чувак, ты должен тормознуться, нет? Это интересно, я тут ни разу в такси не ездил. Возьмите такси. Так, я хочу хоть раз нормально проехаться в такси. Блин. Тут можно в качестве пассажира как-то проехать, но я так и не понял, как это делается. Что ж, будем ездить как угонщик. Я просто надеялся, что здесь как в GTA можно телепортироваться. То есть не ждать, пока он доедет до точки высадки, а просто нажимаешь крестик или букву А, и ты оказываешься в той же точке, в которую ты типа отправился. И хоть бы было куда денег потратить в этой игре. Так, что-то я куда-то не в ту степь походу поехал. GPS какой-то кривой. Вечно не туда заводит. Да уж. Почти ни одной царапины проехал, а? Оба-на. Даже тачка целая осталась. Странно. Ну так, чем у нас... Я нашел одну из твоих статуэток. Обезьяна, спасибо. Я в порядке. Я имею в виду со своими... с тех вопросов, которые... Ну ладно, как скажешь, но кто-то тебе... Ему все равно задаст, и тебе следовало бы у самого себя спросить. А ты теперь что, дзен-мастер? Конечно, ты не знал? Так.
Что ты хочешь прокачать? Так, добивание, оглушающий захват. Так, осталось вернуть 5 статуэток. Ну-ка, как это работает? Ну, как-то не очень интересно. Я освоил, короче, добивание. Спасибо, братья, за то, что дали помудохать тебе. Все, вроде, не. Получение награды, добивание, оглушающий захват, продолжить игру. Все, что ли, вроде? Ну-ка. Спуститься в этот подвал. Ага. Тут призраки, походу, теперь тренируются. Я слушаю звуки, но никого не вижу. Ну ладно, пусть будет так. Ага. Типа сейчас еще одну статуэточку. Я нашел одну из твоих статуэток. Лошадь, отличная работа, Вэй. Спасибо за статуэтку. Похоже, они все возвращаются ко мне. Наверное, это и было им предначертано с самого начала. А мне что предначертано? Несомненно, что твое возвращение, Гонкок, изменит множество судеб, не только твою собственную. Да? Да, ты ведь именно поэтому вернулся. Может, я просто решил вернуться на родину. Может, и может, я решил нарушить свои правила и буду учить члена триады безо всякой на то всякой причины. У нас обоих всегда находятся контраргументы. Так, что же нам за статуэтку лошади прокачать? Что же ты хочешь выучить? Так, потратить очки. Залом руки. Оглушающий залом руки. После захвата нажмите B, X, X и удерживайте X. Пусть будет так. Так, это он что-то ногу заломал. Ну, вставай. Что-то меня удохует, а? Ну, получилось. Спасибо, ребят, что дали поломать мне руки вам и ноги. Все. Да уж. Продолжить игру. Кажется, у меня еще парочку статуэток осталось, да? Давайте все их используем. Я нашел из твоих статуэток. Бэк, ты здорово поработал. Чем ты занимаешься в Штатах? А почему ты думаешь, что там я занимался тем, чем здесь сейчас? Я смотрю на тебя и вижу человека, одевшего на свою личину. Она тебе подходит очень хорошо, но то, что за человека, скрывающийся под ней, сразу заметит. Да, короче, понятно, что я не успел опять прочитать ничего. Так, мне еще 300 туэтки, походу я их все собрал. Ну, ага. За эту статуэтку можно прокачать
Удар пяткой с разворотом. Удар пяткой с разворотом. Нажмите 3 икса, удерживайте 4 икс. Сейчас попробуем. Кажись, получилось, нет? Хотя он вроде так и раньше. Так он вроде так бил уже. А, он когда с разворотом типа всекает нескольким. Все, да. Пожалуй, хватит их мудохать. Если честно, я все равно не запоминаю все эти приемы. Так, все, кажется. Блин, еще статуэтки. Походу, я их собрал все. Сейчас я их и все использую. Так, раз, два, две. Королек, ты плохо выглядишь, Вэй. У тебя все в порядке? Да, сейчас это пройду и буду в что-нибудь другое играть. То есть, если твои удары слабые, это означает, что они обречены быть слабыми, или же посредством тренировок ты можешь измениться. Некоторые проблемы с слабым ударом не решить. Понаблюдаю минутку за моими учениками. Возможно, ты имеешь свое мнение. Конечно, намечаются. Но чтобы играть в что-то новое, надо пройти что-то старое. Так, потратить очки. Мощный удар с ногой с разворота в прыжке. Удар ногой с разворота в прыжке обладает большой силой и наносит значительный ущерб. 4 икса и удержит икс. Последний. Раз, два, три, четыре. О, вроде получилось. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вроде хорош. Раз, два, три, четыре. Хватит меня мудохать. Ну, в этот раз мне наваляли по щам. Да, в расчете все, чувак. Так, ну что, у меня последняя статуэтка, наконец-то. Надо бы их не забывать только. Интересно, потом можно вернуться, если что, или как-то посмотреть. Думаю, что да. Так, что он песика принес или что? Наверное, тебе тяжело было писаться так. Нет, оказывается, не все фигурки я собрал. Одной фигурки не хватает. Видимо, сейчас она будет на какой-то мега-миссии. Мне кажется, тут самое главное всегда помнить о том, кто ты есть. Ага. Возможно, именно это и ты делаешь. Стараешься жить в таком мире, при этом не будучи его частью. Ага, фигура петуха. И он говорит, надо быть тем, кто ты есть. Петухом бы не хотелось, конечно, быть. Так, ладно. А двойной удар на ногой в прыжке. Двойной из серии обычных ударов в прыжке. Ну, ништяк. Я таким ударом часто пользуюсь в прыжке. А сейчас, наверное, будет еще круче. О. Как это потратил очко? Да, все, хватит драться.
Я потратил петуха. Так, ну кажись все. Надеюсь, все. Все, наконец, да. Ну-ка. Ладно, ладно, ладно. Не, чуваки, не хочу драться, отстаньте от меня. Все, свалим отсюда. Кто не успел, тот не успел. Ладненько. Ложитесь спать. Вы пьяные, идите спать. Ладно, потренировался, можно и в баньке уложить его. Тут и ехать недалеко. Видимо, поспать нужно, чтобы получить новую миссию. Так и сделаем. Наркокрах. Тут полно, конечно, миссий еще, которых можно проходить, но хочется пройти основную сюжетную линию. Здесь вполне достаточно пройти. Я думаю, что после основной миссии можно, в принципе, по городу, но это уж совсем, если задротить, можно какие-то побочные миссии здесь проходить. Я как-то опять не туда поехал. Или все-таки туда. Куда меня ведет опять этот гребаный навигатор? А поближе нет, где поспать? Ладно, поехали. Ты лох в стратегиях? Не знаю, может и не лох, я просто в них не играю. Мне что-то не нравится. Не нравится геймплей в стратегии. В стратегиях, ну не знаю, что-то они долгие, муторные, там в них разбираться некоторое время надо. Не, в некоторые-то стратегии я все-таки играю, можно сказать, если ферму можно назвать стратегией. Ну, экономические какие-то такие стратегии прикольные, мне нравятся. А стратегии там вот где именно про войнушку, мне что-то не очень. Я думаю, что Sims тоже можно считать как стратегию или что-нибудь в этом духе. Ну, короче, что-то я не особо любитель стратегии. Единственная стратегия, наверное, в которую я играл, это была этот, как его, на Сеге, забыл, как она называется. Симулятор чего? А стратегия это что, не симулятор? Мне кажется, такое ощущение, что я второй круг нарезаю здесь. Или нет? Нет, не показалось. Герои 3. Блин, не знаю, ну... Мне нравятся все-таки какие-то динамичные игры. Стратегии хрен знает. Это нужно какой-то, не знаю. В стратегии играют люди с большой фантазией, мне кажется. В принципе, у меня тоже не маленькая фантазия. Ну, хрен его знает. Короче, геймплей мне просто не нравится в стратегии. Fallout можно назвать стратегией? Ну как, я люблю, можно сказать, аркады. Аркадные какие-то игры. Все люди такие... Все спокойные люди любят экстремальные какие-нибудь штуки, если экстремальные развлечения. О, у меня
появились новые тачки, походу. Во, смотрите, как у меня полицейскую тачил дали. Это круто. Так, но мне нужно пойти домой поспать. Первый раз вижу эту хату. В какой-то миссии мне, наверное, подогнали. А, нет, я же был здесь. Хай, ФК-эдитор. Так, бай. Ни хрена вообще, у нее там мать не под мышкой. Так, кто там звонит? Джек, ой, нам нужно встретиться. Мне нужно тебе кое-что показать. Ладно. Скоро буду. Сейчас возьму, попробую, опробую эту мега тачку. Так, ну-ка. Мне, пожалуйста, выгни мою точилу. Чем-то Бугатти напоминает. Так, блин, ну и конечно, через всю карту, короче, теперь ехать, да? Ну, почти. Да не парься по этому поводу. Тебя все равно так и так возьмут работать в магазин продавцом. Будет у тебя образование или не будет, можешь даже на школу забить заранее. Образование в России ничего не значит. Образование — это если ты будешь делать какое-то, ну, нужное, полезное дело. Мне бы тоже, кстати, не мешало русский выучить. Хе-хе-хе-хе. Лютая тачка, лютая. Вот интересно, почему в GTA не сделали? И чтобы можно было пипикать, смотрите. Пипикает на одну и ту же кнопку. И на одну и ту же кнопку включает мигалки. В GTA такого нету. Чтобы пипикнуть, надо удерживать, а чтобы включить мигалку, надо быстро нажать. Джеки. Ты еще и в институт собрался? Просто ты еще потратишь время в институте, а так ты потратишь всего лишь год в армии, да и все дела. И, кстати, в армии тебя, мне кажется, больше, ты больше знаний получишь, чем в институте за, я не знаю, сколько там в институте, 5 лет учиться, смотря в каком образовательном учреждении. В армии ты тоже многому интересному научишься. В армии... В армии намного круче. То есть в армии тебя будут кормить...
Жилье тебе предоставят. И даже денег там платят, кстати. Так, ваш друг Джек не считал, он был очень вредным. Видимо, это очень опасный человек, Вайшень. Ты чё, главного героя просто тупо порежешь, что ли? Сукин сын, я убью тебя, не тратьте понапрасну силы, мистер Шень. Он у него еще последний коп, сделавший в этом стуле, продержался потерявшим, попробуем поставить новый рекорд. Я помню, у тебя есть и личные мотивы, я имею в виду истории Сунь. Сделай все, как вам надо. Ходили слухи, прежде чем мы закончим, ты их все подтвердишь, а затем ты умрешь. Вот это меня и беспокоит, ты один из них. Да, тут пытки покруче. Где, где? Сам догадайся. Мистер Ли сможет стать председателем. Позвони мне, когда он придет в себя. Спешить некуда. А он отключился, что ли? Так, ну чё, главный герой порезан весь. И чё, теперь он сдохнет просто и всё? Так неинтересно было идти в игру. Ох ты, какого чёрта? Ползите, чтобы выбраться. Ух ты, ё, куда ползти? Так, он махаться сможет. Все, я в деле. Так, одного завалил. Смотрите, ему даже штаны надели после того, как взяли. Тоже не хотели, наверное, пялиться на его труселя. Покиньте здание. Победите вражескую триаду. Все, кажись. Блин, ногу ему раздробили. Как он теперь махаться будет, как Джеки Чан? Блин, за такого героя уже неохота играть. Я надеюсь, его подлечат сейчас хотя бы. Это волнующий момент. Так, раз, два, три. Четыре, пять. А, мой чувак, короче, пришел в себя. Отлично. Неправдоподобно, конечно, но все же круто. Что он теперь снова в деле?
Они просто любят помонтажничать чуть-чуть. Ну и вот тут типа ремонт идет. Да черт побери. Тыщ. Я забыл, что через стол можно скакать. Любят они здесь, походу, танцы, пляски и караоке. У них все время один и тот же клип почему-то идет. Наверное, смотрят Муз ТВ. Так, он еще пару парней. Хе-хе, не знаю даже. Много вопросов к этой игре. У меня тоже. Так, это что за Uncharted пошел какой-то? Ёптать, надо было очень много нажимать кнопку А. Я же говорю, как вот этот момент прям Uncharted какой-то. Давай, 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 давай. Я хоть на кнопку А нажимаю, да, да, да. Так, подтянулся, все, понеслась. Так, куда его тут можно кидануть? Ага, вон там еще парочку ребят. Да, чуваки, главное, смотрят такие. Тебя поджарить. На. Схватил. Тяжесть все. Что тут происходит? Так. Так, я теперь с пушкой. Добивать не надо этого чувака. Можно контрольный. Черт, башка-то у него не разлетелась что-то. Хай. Rockstar Media. Так, крутой помповик. Хорошая в Питере стипендия.
Кажись, нормально. Что-то фонарь не разбивается. На 1572, но вполне неплохо. На дошики хватит. Дошики рублей по 10. Это на 100 рублей десятка дошиков, а на 1000 100 дошиков. Да это ж можно обожраться. Естественно, конечно, если он не пользуется еще и метро. Если у него, кроме как на жрату, больше других расходов не было. Вполне неплохая стипендия, я скажу. Хе-хе-хе. Черт, убери, а где гранаты? Какую химию? Ну что, еще и наркоту, наркоту при этом баловал. Черт побери. Давай, ублюдки, выходи, я вас просто подстрелю. На вазелин. Да уж. Вот ты где, ублюдок. Так. Так, столько патронов зря потратил. Так, это что у нас? Какая-то пукалка. Да что ж ты будешь делать? Откуда ж вы уползаете, ублюдки? А что, есть вселенная, где гей? Мы, походу, в ней живем. Так.
120 патрончиков осталось. Ну чё, я вроде как вышел. Ах ты, блин, мой ствол. Да чувак, уже сдайся. Ну что, толстячок? Ты один остался, да? Ну блин, гаденыш. Ах ты, блин. Свертугана, а? Фуф. Не тишине, я дал вам шанс. Теперь вы просто не оставили мне выбора, кроме как вырезать ее из вас. Итак, на чем остановились? Тут где-то это ствол валялся. Отстань от меня, противный. Так, ребят, куда пушка-то упала? Я боюсь этого мужика с ножом. Ладно, мне кажется, это последний босс, так что... Ах ты, блин. Он оказался очень крут. Так, ладно, сейчас я его ухандокаю. Все, больше никаких поблажек. Ах ты, блин. Я теперь понял, как с ним драться. Это типа как... короче, на какие-то кнопки надо успеть нажимать. Ого!
Даже сквозь стенку прошел, ни хрена себе. Не, ну можно было, конечно, автомат поднять с пола и просто пристрелить его. Так, пришлось немножечко помучиться. Фу. Извини, Джеки. Нахер выборы. Ты сделал это. Мистер Чак Ли, инспектор Тен, говорит, твой Шень. Так, теперь инспектору осталось навалять. Ну что ж. Ох, суровый парень. Да, где он опять костюм надыбал? Ёпрасота, я его все в труселя переодеваю, переодеваю, а он все равно где-то костюм находит. Так, возьмите машину мистера Туна. Чё, ребят? Смотрите, это уже явно лак какой-то, чем-то на Ауди больше похож все-таки. Ну что ж, последняя месть, походу, будет сейчас. Так, что-то он, короче, вспоминает, все слова припоминает, что ему говорили. Так, опять не туда поехал, что ли, опять, блин, просто. Как мне вернуться обратно на этот? На автостраду, на эту. Нет. Странное шоу, но надо глянуть. Это в Клик-Клаке. Я недавно этот... Может, это уже старое шоу. Смотрел «Зашкварные истории». Вот это мне больше, наверное, понравилось. А до Рича даже не знаю, о чем там. Надо будет глянуть. Творчество Ильича и его команда мне доставляет удовольствие, можно так сказать. Мне кажется, мне нравится их шоу, потому что я помню, думал что-нибудь в этом духе тоже творить. Ну а тут ребята это воплощают в жизнь. Да, вот эти ребята, наши люди. Так. Проберитесь к комплексу сзади. Что ж спереди-то нельзя? Так. Давай попробуем сзади. Так вот, ты куда выкинул ты эту железяку? Ладно, хрен с ней.
Он в рукопашную неплохо справляется. Чувак, может ты перемахнешь все-таки через этот маленький заборчик, не? Ни в какую не хочет подлюка. Пятьдесят пять. Ну, так не очень что-то. Так, и... А, оказывается, можно было просто пройти сквозь калитку. А я зря заморачивался. Ну, ладно. Так, а что если... Так. Убили. Ладно. Сейчас я их раскидаю. Блин, куда я свой ножик потерял? Спрашивается. А, вот, я с ножом. Вот так вот, значит, да, нужно было. Так. Всех погромсачил. Да, долго ножик держится. Откройся. Ага. Так, опять Боня, да? Так, ребята. Я вас сейчас всех постреляю. Интересно, в играх когда-нибудь будут делать разных всяких чудиков. Рандомных. Я думаю, что когда-нибудь до этого дойдут. Сзади главное, чтобы не бежали, а так все нормально. Так, этот фонарь заколупал меня уже. Сто двадцать. Тут тоже 120. Тут мне больше нравится пушка.
Так, находясь в воздухе, удерживайте ЛТ, чтобы активировать прицеливание с замедлением времени. Окей. Так, хорош. Куда там все стреляют-то еще? Где-то за тряпкой, короче, спрятались чуваки. Можно было и так немного. Ага. Опа-на. Так. Где-то тут были патроны. Последний, что ли? От тачки надо уже подальше держаться. Тыщ. Тоже пойдет. Эх ты, черт. Не угомоняться никак.
Так, это просто какие-то бедолаги побежали. Бойцы прячутся, я так понял. Сейчас еще побегут стопудово. На всякий случай. Ох, сейчас мясорубка-то будет. Ты хочешь меня убить? Не тупи. Ты... Да не вопрос. Так, ублюдки. Что ж творят ублюдки? Чуть не уничтожили меня. Этот просек фишку. Я куда-то удачно попал. Так, сколько там осталось их? Так, 60 метров. До босса, походу. Какой еще сюрприз? Ну что, подеремся? Пошел в задницу. Ну, как всегда, сейчас давай, да, в рукопашную, бегать за ним, потом рукопашную. Блин, возьми ствол, расстреляй просто издалека, да и все. Да, понятно. Преследуйте Ли, еле живой и пошел преследовать. Из пушки да расстрелял бы издалека спокойно, да и все дела. Ага, типа клемался, ну ладно. Уходит, ёптать. Как же ж на катер-то было, надо было запрыгнуть. А, запрыгнул. Это ты, Кшон. Ого. Чё, что-то спрыгнул, этот не успел, типа. Нелепо так бы было как-то помереть, а не еще жив. Но ничего, сейчас выздоровеет. Он быстро оклемывается. Прям росомаха какая-то, с регенерацией.
в Америке, видимо, в каких-то опытах участвовал, и ему сделали такую мутацию, короче, чтобы он быстро регенерировал. Его уже и порезали, и подстрелили, и стукнулся хорошенько. И все равно сейчас он живет и будет спокойненько драться. Это все. Сейчас, как всегда, пистолет заклинит. Кусок сраного дерьма. Ну и каково это, свинья? Значит, что твой босс тебя продал. Эндрю кинул тебя, Вэй, почти так же, как ты кинул Джеки. Ты должен был умереть вместе с Винстоном. Псиный глаз, этот придурок, он облажались. Вера в идиот бесполезный. Но ничего. Потому что я с радостью бью тебя лично. Иди в жопу. Ну да. Ни хрена себе у него апперкот. Да я просто ты. Хватит мощным своим апперкотом мучить. Тыщ, 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 давай, давай. Ого. Как всегда, эта штука работала. Теперь город наш. Так, и что, еще нибудь посадят сейчас? Рэймон, я... Полегче, Вэй. Этот человек находится под моей опекой. Да, сэр. Ты как? Нормально. Где Пендрю? Готовится к повышению. Интерпол с нами, он распрощался. Он предатель, Рэймонд. Он сдал меня. Я хочу отдать его тебе, Вэй. Неважно, как бы. Они слушают только Пендрю. Ты сделал это то, зачем пришел сюда. Похоже, нам придется напасть. Так, понятно. Так, еще походу с ментом придется разобраться, я так понял. Еще не все закончено. О, уже оклемался. Так, письмецу. Зань, что за фигня? Ми. Флешечка. Так, с каким-то компроматом, походу. Ну-ка. Так. Я же купил Пендрю. Что за чертовщина? Старший инспектор Пендер, не ожидал тебя здесь увидеть. Это ты разогнал моих ребят? Да, ты знаешь, чем я здесь. Я могу придумать множество причин. Наверняка ты скажешь мне настоящую
Я ухожу на покой, но сначала я хочу разобраться. Но сначала я хочу разобраться с незаконченными делами с тобой и Сони. Мы же говорились, разве нет, Пандер? Я отдал тебе трех тигров. Ты благодаря им. Я дал вам, Сони, работать дальше. Жертву, на которую ты согласился пойти, это тогда. Я просто, когда ты умрешь, я положу ему этому конец раз и навсегда. Ты ничуть не лучше, чем мы, Пендрю. Единственная разница между тобой и мной заключается в том, что я знаю, кто я такой. Так, полицай, короче, захотел власти. Он, походу, получит по щам за это. Бог мой, это же Пендрю. Ах ты, сукин сын. Давай в YouTube выкладывай этот ролик, пусть все знают. Ну, всем будет пофигу. Скажут, это компромат. Поэтому придется, походу, его наказать лично. А, не, он на скамье подсудимых оказался. Ого, я стал крутым копом, типа, мой герой. Что ты хочешь слышать? Да просто тебя отмудохать пришел. Что бы ни делал, я сделал Гонконг лучше. Я служил высшему благу. Но ты дал им возможность добраться до тебя. Ты забыл о своем долге, инспектор. И стал один из них. Ты заслужил, чтобы я отдал тебе висячику Ли. Заслужил? Что же, Пендрю? Полагаю, каждый получает, чего заслуживает. Включая вас. Вы готовы к жизни в тюрьме. Вас там будут ждать все ваши. Я позаботился, чтобы они знали, что вы сделали с дядюшкой По. Это же смертельный приговор, знаю. Вэй, ты не можешь так поступить. Я там ни дня не протяну. Таков план. А, знаешь, вот просто... Чтобы с ним-то и сами разобрались ребята, которых он уже сажал. Инспектор. Господин полицейский. Я лишь хотел поблагодарить. За что? За то, что помогла мне закрыть дела. Дела на то... Черт, за то, что помогла мне не сойти с ума. Не за что. Так что вы теперь будете делать? Ну, не знаю, все это работает... Покончен. Мне больше некуда идти. Странно это говорить после всего, что случилось, но Гонконг стал мне домом. Да, но в каком Гонконге? Так, а тут еще ребята сидят. А что Вэй Шэнь? Он доказал, что верен мне, так или иначе. А ведь это самое главное. Оставьте его. Да, тетушка Цзэнь, поехали. Да, еще же этих... Еще полно тут всяких шаек осталось. Ну, не знаю, это конец или нет. Так. А, ну все. Трэн-тэрэпэнь. Короче, сколько там? В частей 10 где-то уложились, да? Наконец-то это закончилось. История. Да, можно, конечно, побегать по городу и сохранилку оставлю. Может быть, побегаю по городку, пособираю всякие штуки, дрюки. Но это, видите, уже совсем уж делать нечего будет, а? Сейчас я вырубаю игруху. Так, задание выполнено, все. Игра типа пройдена. Так, вот я не знаю, для чего тут деньги нужны, может быть, тут тоже может какую-то хату покупать или что-то в этом духе. В GTA хотя бы есть где деньги потратить, здесь я не знаю, кроме как на шмотки, больше некуда и походу. О, у меня теперь в хате появился пистолет, золотой пистолет. Но он может только выкинуть, почему-то в карман не может спрятать. Может быть, можно купить кобуру. Так, стрелять в хате тоже нельзя. Ну-ка давайте выйдем. Выйдем на улицу. Посмотрим, можно ли здесь победокурить.
Ну, можно. Так. Бронестекло. Так. Ладно, все. Ну все, короче, больше тут нечем заняться. Основная сюжетная линия пройдена, а на этом можно вроде как, блин, на трамвае еще не гонял. Чувак, дай прокатиться. Это вам не GTA, здесь не все виды транспорта, видимо, можно угонять. Да и в нем нельзя прокатиться, черт побери, ну ладно. Нет так нет, что ж поделать. Пройдя всю игру, я заметил, что здесь еще трамвай ходит. Все, пожалуй, на этом и закончу. Давайте, ребят, покедываем, до новых стримов, увидимся в новой игре. На сегодня все. Покедова.